Начинаю наш репортаж, наше маленькое путешествие. В данный момент мы находимся на острове Мальта, где располагается Республика Мальта с одноименным названием, в которую в Республику Мальта также входит остров Гозо и Камин. Сейчас мы прибыли на центральную остановку в городе Валетта. Вот так она выглядит. Здесь нету никаких привычных для европейцев или для россиян понимания автобусного вокзала, остановок. Здесь автобус располагается по кругу. Мы сейчас как бы продолжим путешествие в старый город. Здесь вот экскурсия была. Старый город Валетта. В ту сторону, куда смотрит моя камера, находится старый город, который защищен вот таким вот большим рвом. Он защищал, то есть, старый город от внешнего города, от захватчиков, немецко-фашистских захватчиков. Как бы центральная улица города Валетты. Какой-то дворец. К сожалению, мы люди не сильно увлекающиеся историей. Мы любим на нее смотреть. Но вот прочитать не хватило мозгов. Это, скорее всего, какое-то государственное здание, потому что вон мальтийский флаг висит, стоят часовые на посту. Костела Майка. Весь, если зима. Была бы зима, можно и кости сломать на машине. И едя вниз, съезжая вниз. Но на Мальте зимы не бывает, ребята. Мальта вообще это самая южная точка Европы. Южнее только начинается Северная Африка. Вот такой транспорт интересный. Одна лошадиная сила. Транспорт. И называется это лошадь Пржевальского. Нет, просто лошадь. Или конь. Интересный транспорт на Валетте. Вообще на Валетте есть, конечно, машины. Они, как ни странно, для нас, европейцев, мы живем в Европе, они все лево, ну и праворукие, скажем так, вот так они вправо рук, с правой стороны. Вот, поэтому здесь имеются особенности езды на машине, левостороннее движение. Ну а мы медленно подходим к морю. А на море качка, нет, на море здесь море огорожено фортом. Между землей и морем есть форт, который направлен в сторону Африки. То есть, походу, оттуда были набеги. Всегда форты защищают то место, откуда бывает бывает больше всего набегов. Изучаем море на ладони. Как на ладони? Средиземное море, легкий ветерок, погода шепчет. Немножко жарковато сейчас, плюс 32, но я скажу, что это не ощущается так сильно. Допустим, когда в Европе 32, в Голландии в частности, то такое ощущение, что ты находишься в парилке.
потому что там очень много воды везде, каналы, канальчики, речки, речушки, озерка, и все это испаряется, и это называется просто смерть фашистским оккупантам. Мы находимся на памятнике, на подножии памятника колокол. Здесь этот колокол что-то связано с Великой Отечественной войной написано, но, к сожалению, мы не владеем мальтийским языком и очень плохо английским, поэтому что именно он обозначает, этот колокол, но, скорее всего, он звенел, когда кого-то хотел разбудить, например, оберштурмбанфюрера СС. Старинные улочки города Валетты, столицы Республики Мальта. Лестница в светлое будущее. Солдаты. Кира, дай копейки. А, ну. Funds for the guns! Солдаты просят денег на оружие. На улице жара. Так и хочется искупаться в этом фонтанчике. Мы находимся в каком-то форту. К сожалению, не могу сказать, какой форт. Ну, не столь важно как его название, сколько его красота. Чуваки бабки собирают, солдаты. Вместо того, чтобы учиться стрелять, они собирают бабло. О, война началась. Русские наступают. Война идет. Народная война. Народная мальтийская война. Красивые улочки города Валетта. Это буквально центр города, а уже ни одной единой души. То есть такие центральные дороги, от них ответвления и уже нету. Это мальтийки, очень импульсивные люди, так же как итальянцы. Что у них течет, не знаю. Говорят, у них английская, арабская и итальянская крови, но точно не могу сказать. Вообще, конечно, лучше мой совет. Мы сделали глупость, что остановились не возле Валетты, а на другом конце острова. Лучше всего выбирайте место где-нибудь в Слиме, то есть это такой район, ну или город, находящийся рядом с Валеттой. И вы можете беспрепятственно ходить, бродить по этим улочкам. А так приходится на автобусе полтора часа трястись, чтобы доехать сюда, и потом уставшим гулять и смотреть. Еще один кафедрал, который, сколько их уже мы были, церковь ихняя местная, мальтийская.
Heat. Okay, thank It'll you. It'll get hotter. Okay, thank you. Bye-bye, you're very welcome. Bye-bye. Собор святого Иоанна. Ну, здесь находится знаменитый шедевр Караваджо. Усечение головы Иоанна Предтечи. Он, походу, с этой стороны закрыт. Открыт с другой, с тыловой стороны. Ну, вот так выглядит этот знаменитый собор. Находимся в музее. Раньше здесь заседали рыцари, Мальтийский ордер. Затем, вообще, вот это здание было построено в 1580 году, потом оно разрушилось, и окончательный вид оно приобрело в 1800 году. После Великой Отечественной войны, ну или Второй мировой, здесь министры, заседание министров было, а потом в 70-х годах президент забрал под свою задницу этот дворец. Сейчас здесь располагается и президентский апартамент, ну, президентский комплекс, и плюс музей. Это находится прямо в центре Валлетты, за собором святого Иоанна. Посетите обязательно, очень красивое место. В некоторых фотографировать можно, в некоторых нельзя. Например, здесь мы снимаем, и никто нам не запретит. Вот такие вот мальтийцы они. Вообще мальтийцы очень приветливый народ, дружелюбные. Но маленькие и толстенькие. Мы находимся в этом же музее. Вот такие вот братки были раньше. Так что, если что, могли и дать хорошенечко вот этим копьем между булок. Вот какой чувачок злой. Злой чувак, я его так и буду называть. Очень злой мальтиец. Одежда. Вот раньше были какие нормальные одежды, не то что сейчас. Раньше были пацанские одежды. Сел на коня, надел 5 килограммов или 10 килограммов металла и поскакал на свиданку. Хочешь потрахаться? Расстегивай амуницию. Сесть на коня. Вот откуда пошло выражение «сесть на коня». То есть оделся в доспехи, взял копье и поскакал так. Прискакал к невесте. Позанимался сексом. Обратно на коня сел и ускакал домой. А это пистики. Вот это большие для нормальных, для реальных пацанов, для реальных мальтийских пацанов. Вот это для, наверное, братвы местной. Это для рангом поменьше. Это пугач. А вон там для бэйби-пистолет. Здесь они, походу, конкретно шмаляли из этих пистиков. Шмаляли. С помощью этих орудий делали секир башка. И голова уже в тумбочке. Вот, пожалуйста, вам и пушки уже на любой вкус.
Это дамские пушки. Например, дамочки раньше развлекались. Пушечку взяли на природу и пострелять. Это уже для мальтийских Рэмбо. Вот здесь вот так он за эту руку брался. Вот так вот сюда берется. И он вот так шмаляет. То есть вот за двумя руками берется вот сюда. Раз и два. И он вот так держит ее и шмаляет во все стороны. Вот примерно так. Это уже посерьезнее. Если, допустим, кто-то хотел напасть, они выкатывали эту пушку. Ну, а эта пушка, это уже серьезно. Я вам серьезно говорю. И залп одной этой пушки, и ты понимал, что нехер лезть на Мальту. Это реальная пушка. Вот такие интересные работы делают этот стеклодув. Дует в стекло. А на этой площади будет звучать коматозная музыка. Скоро здесь будет много молодежи, много кокаина, героина, амфетаина, и все будут кайфовать.